Приветствую вас, друзья! Сегодня 7 июля, 7.07.20 года. Встал я в 2 километрах от океанариума, отошел. Время, сколько там, 8 часов 15 минут. Пока еще не забрасывал, сейчас буду готовиться. Далеко сегодня не пойду, так как морось. Хотя обещали, что должна кончиться, но она еще продолжается. Ну и волнишка тоже присутствует. Так, ну немножко про снасти, на которые буду пробовать ловить. Значит, грузовая у меня вот эта хорватская, не помню фирму. Неплохая грузовая. По-моему, 120 грамм. Кальмарница. Кальмарницы дали изури. Вот такие вот 4 штучки. Ну, больше не вижу, потому что спят и грузовой. И, в общем-то, неудобно. Так, светящаяся палочка зеленая. Так, эту поменяю. И ультрафиолетовый фонарик японский. Вот, светит ультрафиолетом. Вот такая вот снасть. Сейчас соберем и будем пробовать. Так, ну все, снасть собрал. Грузовая в воде. Кальмарницы 4 штуки. Это у нас пузырики. Это, по-моему, морковка. Это фиолетовая такая и зеленая. Начнем вот с таких вот. Катушка со счетчиком. Такая облегченная, как раз для комара брал. Вот. Все, пробуем забрасывать. А то уже скоро темнеть будет. Так, наконец-то время без 5:09. Первый кракен есть на блестяшку, стекляшку изури. И размерчик вроде неплохой. Со дна поймал такого хорошего кальмарчика на грузовую. Перед этим произошла печаль, потерял всю снасть, отцепился верхний карабин. Хреновый карабин, который быстро одеваешься. Пришлось сейчас одеть другую. Всего 3 кальмарницы, 4-я грузовая. Но тем не менее, вот поймал хороший экземплярчик. Вот такой вот. Значит, половим еще. Так, ну вот грузовая уже на 4-ю подряд вытаскивает. Остальные молчат, а вот эта грузовая просто огонь. Вот, фактически со дна беру. А ну один раз морковка взяла. Вот, сколько там, блин, штучек. 1, 2, 3, 4, 5. Это 6-й. Причем один такой мелковатый, остальные прям очень хорошие, очень. Вот. Так что потихонечку вроде расходится. Пускаем чуть-чуть до 16. Да, до 16 опустим. Так, что-то пока нету. Так, вроде дождик стихает. Морось. О, есть. Есть глубина 17. На 17 опустил, схватило. Это вообще красава. Красава. Так, по-моему, парочка там. Сладкая парочка. Ну или один хороший. Ну, средненький может быть. А может один. Наверное, один. Что-то он подослал. О, какой хороший. Один, но хорошенький. Морковочка. Рулит сегодня морковочка. Такая вот. Так, здесь не будем держать, а то слить. Сливался. Один. Так, дальше на ту же глубину. На 17. Начнем с 15 до 17. Будем опускать чуть-чуть, чтобы его спровоцировать на поклевочку. Нужно движение. Движение нужно, чтобы постоянно двигались туда-сюда. Кальмарницы. Рыболовки, хотел сказать. Так, вот. 15. И сейчас будем чуть ниже опускать. Поддергивая, да? Так. Сбросим чуть-чуть, полметра. Еще. Так, ну вот. Вроде та же глубина, которую взяла. Есть. Фига себе, сколько пришлось ждать. На 18 метрах. Так, ну, еще рано говорить. Вот, надо вытащить.
пускать, он может еще свои наживы. Так, походу не один, а муж один. И пес не похуй. Так. Так, грузовая, да? Эх, не плюйся, вот он. Вот он, красавчик. Грузовая. Взял снизу, да, вот опускаешь на дно, берет на грузовую. Кстати, хорошая, неплохая. И еще и у самого дна. И размерчик получше такой, неплохой. Кальмарниц у меня мало, к сожалению. Такая вот снасть осталась. Так, ну что, опять глубину пробьем тогда. Как говорится, посмотрим. Может, он перехватит по пути еще сейчас. Не хочет, да? И тогда туда же, на двадцаточку туда пускаем. Может, он там сидит и кукует. Ждет меня, когда я ему дам тут. Да? Так. Это зарево. Ага. Вон там какое яркое судно. Вот люстра светит. У судна. Очень яркое. Там она очень хорошо освещает там очень-очень-очень хорошо. Так, немножечко вроде темная. Прям дай бог, чтоб шловиться начало. Туманно, моросявая. Ну, волна вроде стихает, это самое главное. Лучше пускай мороз ведет, чем волна. Так, ну что там, давай. Подымем. Так, очередной, и опять грузовая, и при этом была интересная картина. Второй несся прям вот по поверхности, хотел тоже схватить эту грузовую. Я даже его поверхности подержал, он не уходил, он паузу выдержал. Хоть бери чем-то вторым кальмарницей подцепляй. Бля, как она выпрыгивает, это что за рыбка? Нахуй мне ничего, сна, какая-то другая. Блин, ну давай, можешь рыбок поснимать. Где она? Из воды. Водку бы еще. Ух ты, нифига себе, как она мне снасть притянула к воде. О, он кальмар. Кальмар он в поверхности. Да? Кальмар же это маленький, точно. О, цапает, цапает, но не хлапает, только царапает. Давай, давай. Ну что ж ты. Блин, как она носится, кальмар гоняет, я? Явно кальмар загонял. Вот маленький тоже кальмарчик. Ну вон он, палочка. Так, не знаю, камера снимает, не снимает. Все это хватает, не хватает, ну. Блин, ну что ж ты. Ну, носится, носится. О, кальмарчик маленький, маленький. Вот он, это же кальмарчик. Да, кальмарчик. Ладно, хватит снимать, надо выбить. Распознать вашу, да? Блин, ну когда будет, когда как из бочки, а? Так говорят, как из бочки. Почему нету как из бочки? Кальмар же есть же. Есть. Я не верю, что его нет. Он есть. Блин, рукой что ли рыбку поймать? Снимаем тут рыбок, что ли? Вон они! Вон они такие синюшные какие-то рыбки такие. Не стоят на месте, бегают, бегают, бегают. По всей толще кальмара нет. Это, конечно, не айс. Но зато хоть что-то есть.
есть, да? По-моему, есть. Да, на 18 метрах. Скорее всего, дай угадаю, опять грузовая. Хотя не факт. Вроде снизу не подбивала кверху. Так что может и не грузовая быть, а может быть и простая. Ну да, не грузовая, а стекляшка. Ну, размер так себе. Ниже среднего. Пускай довольно. Отпустила, да? Молодец. А, кстати, еще не сказал, ух ты, что-то она поперек стала. Не сказал, что у меня грузовая еще обработана лаком ультрафиолетовым. Очень красиво светится под ультрафиолетовым светом. Я думаю, это помогает. Увеличивает шансы на успех. Так, ну что, туда же, на глубину тогда, что уже? Что уже тогда? Сразу с семнашки начнем. Что, где-то он там. Ох ты, как она пляшет. Главное не допустить потерю снасти еще раз. Это все, тогда рыбалки конец, можно ехать домой. И подсчитывать убытки расхода. Ты что, сейчас снасть потерять, это считай, сука. Блин, 2,5 штуки сразу, хоп, минус. 500 рублей. Одна кальмарница. Нехило. Все из-за какого-то карабинчика. Блин, ну тут мне пароход, конечно, не знаю, на камеру видно, так светит ярко, ну прям вообще, прям как солнце, как луна, точнее, хоть прям очень ярко. Там, наверное, можно присосаться бы и рядом ловить. Смотрим дальше. Что у нас тут? У нас тут пока ничего. Давай ниже. Сейчас доходим с 18 до 20 буду опускать. Так, что-то у меня. Давай. Рыбка еще крупная проносится, прям едовая почти. Что это такой мелкий, что ли, не понял, есть или нет, что-то совсем слабенько, прям слабенько. Походу карандашик цепанул. Да, хочется, конечно, огнетушители, но это карандашик. А может вообще ничего нет? А нет, есть. О, сработало. Что у нас сработало? Который фиолетовая из ули. Да, фиолетовая. Очень долго. Значит, маловато. Еще по одну кальмарницу. Ну да ладно, что теперь? Что есть, то есть. Зато вытаскивать легче. Так, что там у нас глубина была? Значит, туда же все, туда же. Если не перехватит по ходу, пьес. Значит, идем на глубину. А может зря? Попробуем. Глубоководного кракена поищем. У самого дна сейчас попробуем. Может какой-нибудь осьминожка подцепится. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. До утра я, конечно, не буду. Полночь для меня показатель. Я хочу еще и половить, и поспать. И... короче говоря, все хочу.
очень много он, так скажем, не зацепляет, а подхватывает. Так, давай, давай. Блин, что-то мне танцевалось, прям завораживает. Это все больше и больше тут танцует. Ух ты, а вон кальмар, блин. Под лодкой кальмар херачит. Решил попробовать цепануть. Кальмар он тащит. Чего-то он поймал. Чего он поймал? Блин, я хотел кальмарница его. Вон он. О, а чё он? Ну, хотел кальмарницу подцепить. Схватил какую-то рыбу, блин, размером, как он сам, блин. Да, ладно. Так, я тут пока тут ловил кальмарницу, не перепутал, блин. Кальмарница? Нормально, нормально. Так, лови. Все играет, как должно быть. Ну давай, ладно. Да-да-да, картина была. Кальмар пытался тащить рыбу размером самого себя. Хапает, хапает. Туманище, туманище. И надеюсь, с этим туманищем кальмар живет немножко. А то что-то совсем он подзатих. Смотрю, по живности рыбки подошел кальмарус. Да, подошел кальмар. Ах ты. Захочет. Сбежать хочет, короче. Ух ты, на одном проводочке тут висит. Так, бот не проходит, не надо. Ну что, следующее. Надеюсь, пауза не затянется надолго. Так, течение сменилось в другую сторону. Начал относить вот лодки. Это хорошо. Так, ну что, пускай он туда же. Откуда он нападает? Ну? Давай. Ух ты, он кальмар ходит. Мелковатый, но ходит косяками. Гоняет. Но мелковатый по поверхности. Вон, вон, я не знаю, камера, конечно, это не снимет. Все же, но я вижу. Блин. Можно сказать, то, ох, дерет табунами. Ладно. Там мелким такой не нужен. Поэтому будем ловить покрупнее. Искать. Есть. Есть. Походу. Подошел косячок подо мной стоит. Кальмарный. Вон они, стада ходят, стада ходят. Кальмар носится. Ну и там, где надо. Что за карандашики? Что за карандашики, а? Ух ты, схватил и отпустил нижнюю кальмарницу, а? Пока я тут рассматриваю кальмаруса. Ну ладно. Так, ну что-то вроде как, надеюсь, оживление сейчас будет. А то я что-то призаснул. Тут туман такой вообще, все фонари вдалеке исчезли сразу махом. Все, я один тут вообще фиг знает где. Ух ты, такой мелкий кальмарус, прям мелкий, карандашный. Ну много. Ага, меня развернуло, ё-моё. Вот развернул правильно боком и сразу началось по дергушке, да? Так, якорная веревка вообще болтается, не натяжена. Натяга нет. То есть что, течения нет, что ли? Что надо было? Даже почему-то, когда опускаю снасть, не перехватывает, походу. Что-то как-то прям приходится трудиться, искать.
сегодня работает две кальмарницы, грузовая и морковка. Остальное так. В прошлый раз морковка чуть не, в общем-то, не работала. На 20 метров взял. Нравится мне на глубине, он крупнее. А сейчас тоже, по-моему, такой нормальный экземплярчик уже. Не здоровенный, но не карандашик. Давай еще. Так. В этот раз стекляшка. Стекляшечка. Сейчас отпустим, да? Так, ну что у меня там по количеству? Блин, скоро треть ведра будет. Немного, но что-то. Ну что, пробуем тогда там же. В 3 метрах одна уже. Опять морось усиливается, что ж такое, походу дождь закончится только уже под утро. Хватит тут дышать неровно. О, есть, да? Ух ты, по-моему, не один. А может и один, но хороший, такой натяжок такой приятный идет по лесочке. Люблю, когда она так вот идет с натягом. Это какой он, такой, извините, он кого-то сожрал, походу. Отожрался. А, пикал, не успел. Настолько он жадный, что продолжает цапать. Да, он раздутый, он кого-то схавал. Поэтому он шопот тяжелый. Ничего, он тут все мне тут отплевал. Ну, на глубине, который прям очень приятный размерчик. Ну, опять не начал разворачивать не туда, куда надо. Блин, да, так хорошо снасть развернула. Сейчас обратно, не туда. Опять под водку уходит снасть. Что-то у меня камера не заплёвана. Смотрю на всякий случай. Вся съемка большим пятном. Зачем не развернула? Мне нравится, когда он перехватывает, не доходя. Вот это было бы всегда, такое было вообще безумительно. Вот он что, закончился, и кальмар решил уже. Блин, вон какой пузатый. Просто пузатый. Морковочка работает. Давай, блин, хоть вот держал же вот тебя специально водой. Нет, надо клюнуть здесь, блин. Вот ты, блин. Ну что ж ты такой некультурный, блин. Обосрал весь вот, да? С черными все. Все. Буду тебя первого кушать, блин. Вот, течение опять развернуло как надо. Снасть. Я думаю, сейчас пойдет. Должно пойти. Так, ну, вроде мне чем дальше, тем мне уже больше нравится рыбалка. По крайней мере, хоть что-то выцарапываю. И недалеко от берега, 2 километра всего, лишь ровно 2 отошел. Глубина 20, сколько?
26 где-то метров. Вот так вот. Ну и кальмарчик клюет. Вот как я и думал, погода вот если поганая, туманчик, главное, что волны нет. Ну и кальмар берет. А вот когда луна, чистое небо, не очень хорошо берет. Я думаю, это связано с тем, что вода блестит от луны. Кальмар не может сосредоточиться в одном месте под фонарями. А гуляет везде по бухте. Вот это карандашик. Вот он, карандашик. Как отключу камеру, так он цапанет. Я даже глубину не посмотрел. Ну и ладно. Главное, что он есть. Такой вот на своей длинной щупальце. Что там где-то 15 это было, пускай будет 15. Сейчас вроде как надо развернуться снасть, крутит что-то меня, крутит. Чуть ниже опустим еще на метришка. Ну, наконец-то дуплетик, причем один, по-моему, верхний догнал уже когда подымал. Вот уже почти пол ведерочка, так что рыбалочка идет, но долго не буду, буду скоро заканчивать, наверное, так как не люблю долго ловить, люблю еще и поспать. Два есть. И три было. Третий. Черт подери. Надо куда. Третий ушел. Ну ладно. Растерялся. Так. Такая вот началась петрушечка. Да? Чихуйки. Бегает кракен на место. Вот, ну туда же. Все туда же опускаем. Смотрим, пока не ушел. То я уже хотел уходить. Еще чуть-чуть долго не буду, но задержусь немножечко все равно. Давай, чуть ниже снизим. Есть. Вот так вот, чуть скинул на полметра вниз, и он цапнул. А то царапает, царапает. Нужно его задразнить. И тогда он берет как надо. Не один. Или один, но хороший. Именно. Так. Один. Ну, нормальненький. Средненький. Значит, тактика такая. Пускай она 15, потом несколько подергиваний. Метр вниз скидываю, пауза, и в этот момент он должен взять. Сейчас проверим. А нет, не дотянул. На 12 схватил. На 12 схватил. Ух ты, еще один добавил. Еле прет удочка, еле прет. Катушку надо пожалеть, а то она не рассчитана на большие нагрузки. Да? Ух ты. Раз. Ух ты, какой размерчик. Два. Ух ты, какие они хорошие.
Вот это прям радость. Бальзам на душу, когда вот такие ловятся. И ведерочка пополняется быстренько, довольно-таки. Вообще красавы. Красавцы. Думал, хотя бы пол ведерочка, походу, две трети будет у меня сегодня. Так, все, заключительное включение. Заканчиваю рыбалку. Время 12:30 ночи. Рыбалкой доволен. Взял я две трети ведерочка тираковского. Не хватает. Вот. Ну вот, не хватает вверху. Кальмарчик очень даже неплохо начал ловиться. И дуплетики пошли. Брал в основном со средней глубины и чуть ниже среднего. Так что всем пока, до новых встреч.